Эйвор, есть время? Текла, ты будто с медведем боролась. Что произошло? О, боги, Эйвор, меня ограбили на дороге в Линкольн. Кто ограбил? Ты их разглядела? Знаю лишь, что это были саксы. Целая свора. Отобрали 4 бочки с элем и все деньги. Самый здоровый стащил меня с лошади и прошептал на ухо: «Скажи Гудбану, что мы ждем его домой». Гудбан? Боевая кость на языке саксов. Уверена? Он так сказал. У нас ведь таких нет, верно? По-моему, нет. Я не против, что у нас привечают сирот, Эйвор. Но мы почти не знаем многих из них. Поспрашиваешь? Да, пожалуй. Приходи в себя, а я разберусь. Спасибо, Эйвор. Роуэн. А, Эйвор, как твои дела? Хорошо, Роуэн. Но есть вопрос. Ты знаешь кого-нибудь по имени Гудбан? Гудбан? Не припоминаю. А должен? Нет, совсем не обязательно. А, может, это конь? Нет, он... Любовник? Нет, Роуэн, это... никто. Так зачем тогда ты о нем спрашиваешь? Прости, что отвлек. Как твой ворон поживает? Октавиан. А, салви, Эйвор. Как поживаешь? Неплохо. Хочу спросить, тебе не знаком кто-нибудь по имени Гудбан? Гудбан? Это же не латынь, да? По-моему, это имя. Но не знаю, чье. Может, прозвище? Или ложное имя? А я при чем? Зачем спрашивать меня? Думаешь, мое имя тоже не настоящее? Нет. Так ведь? Я Октавиан. И всегда был Октавианом. Прости, Эйвор. Сейчас не очень удачный момент. Я страшно занят. До свидания. Тарбен, у тебя есть время? Я тут хотел... Гудбан, это я, Эйвор. Боевая кость. Странноватое имя для пекаря, да? Да, есть такое. Как же ты сумел его заслужить? Прежде чем прийти сюда, я вел иную жизнь. Грязную, кровавую. Я служил шайке наемников. Был их оружием. Таскался по всей Англии. Делал все, о чем они просили. А им нужно было лишь насилие. Потом я ушел, бросил меч и дал обет. Я поклялся никогда больше не проливать кровь. Отказаться от жестокости. Никого не убивать.
Сложно было держать слово? Вовсе нет. Легко. Всегда мечтал о такой жизни, как здесь. Тут я, наконец, нашел мир. Во всем виноват я. Я привел это зло. Мне от него и избавляться. Нет. Кто угрожает тебе, угрожает всему клану. Я этого не допущу. Они жуткие люди, Эйвор. Не стоит в это дело впутываться. Ты меня не расслышал? Кто угрожает тебе, тот угрожает и мне. Так дадим же им отпор. Вместе. Хорошо. Я буду ждать тебя снаружи. Есть у меня догадка, где они. Если собираешься к старым друзьям, я готов помочь. Хорошо. Идем. Имею в виду. Если дойдет до драки с бывшими моими людьми, я справлюсь сам. От тебя мне нужно только прощение. Нечего прощать. Ты ушел, они тебя преследуют. Я сделаю все, что потребуется, чтобы защитить свой клан. А ты наслаждаешься этой жизнью, да? Пока нас не заметили, расскажи, чего ждать. Они нападут нет, сразу не же? Думаю. Вряд ли так будет. Вилф так не поступает. Да, он очень умен и при встрече даже добр. Кажется, будто вы друзья, или даже семья. Я встретил его 10 лет назад, и он был первым, кто меня по-настоящему принял. Оценил меня. Он сказал, что у меня дар запугивать, убеждать, причинять боль. Он увидел, что я силен, и понял, как сможет меня использовать. Чего они от тебя хотят? Чтобы я вернулся. Чтобы стал тем, кем они меня считают. Огромным чудищем. Прежде вся моя семья была они и Вилл. Но их любовь с оговорками. Вилл умел лишь то, чем он владеет. Что думаешь делать? К ним не вернусь. Не хочу больше лить кровь. А в остальном сложно сказать. Кто знает, что у них на уме.
мы рядом. Вот тот дом. Думаю, они там. Имею в виду, Эйвор. Не верь первому впечатлению, как и словам Вилфа. Он просто змей. Я видел множество сладкоречивых, но коварных людей. Да, да. Я просто предупредил. Ну, пойдем внутрь. Гудбан, мальчик мой, ты получил послание и привел с собой друга? Кто ты, Дан? Его новый хозяин? Я Эйвор. Вы ограбили женщину из моего клана. И вы за это ответите. Знаю, знаю. Сам себя корю. Передай, она же Текла, да? Так вот, передай Текле, что Эль у нее отменнейший. У нас больше нет дел, Вилф. Это ты так думаешь, парень? Я тебя кормил, поил, дал кров и богатство, сделал тем, кто ты есть. За все это он рассчитался потом и кровью. Разве не так? А ты дерзкий, это славно. Но наш с ним договор был заключен куда раньше, чем ты доплыл до Англии. Впрочем, если тебе хочется очистить имя Тарбена, я только рад. Вопрос лишь в цене. Несколько недель назад воины отобрали у меня, скажем так, товар. Хотели и меня забрать, но я ускользнул. Если не трусишь, верни мне мою собственность. Сделаешь это, и твое имя будет очищено. Я... не могу. Я обещал себе, что оставлю эту жизнь. Но... если это поможет Тарбену, я добуду товар. Где эти воины? Разбили лагерь к западу отсюда. Это свора жирных безмозглых вояк. Даже вслепую найдешь по запаху. Жди здесь. Мы вернемся, ты и рога новые отрастить не успеешь. Ступай с Богом, Эйвор. Ты все нашел? Да. Давай отнесем это Вилфу. Я бы сам так легко не справился. О-хо! Они вернулись! Товар у нас. Прекрасно. Сложите здесь. Записи. Ну, конечно. Все честь по чести. Какие все недоверчивые. В темные века живем. Ну что, теперь все? Ага. Можешь идти на все четыре стороны и стать скучным Тарбеном хлебопеком. А ты, Эйвор, если когда-нибудь устанешь от размеренной жизни, нам пригодится талантливый вор. Подумай. Теперь все хорошо? Да. Не знаю, как благодарить. Я приготовился к худшему, когда он сказал Гудбан. Давно я не слышал этого прозвища. С ним связано много шути. Догадываюсь. Как ты у них очутился? Когда мать умерла, я начал искать семью. Вилф мне ее дал. Он увидел меня, принял и сказал мне, кто я такой. Кем я мог стать. Сейчас я уже не так одинок. У тебя меня принимают таким, какой я есть. Это лучший подарок в моей жизни. Мир. Многие спокойны, потому что никогда не видели бури. Ты пережил ее и выстоял.
Большая редкость. Спасибо тебе. Ценю. Хорошо снова быть дома. Конечно, если я не лишил себя права называть его домом. Тебе здесь всегда рады, несмотря ни на что. Занимайся любимым делом, а большего мы не просим. Что ж, платить свежим хлебом. Я очень даже готов. От прошлого осталось лишь одно. Да, те записи. Бросай. Порви с прошлым. С радостью.